Ну где же уже конкретика, спросите вы меня? Ну сколько уже можно теорий? И последний слайд. Но посмотрите, что в нем. В нем эта штука называется взаимтреугольник системы бизнес-драйв. И в нем написаны три слова: взаимодействие, взаимопонимание и взаимоотношения. Смотрите. Когда между людьми возникает взаимодействие? Тогда, когда между ними есть взаимопонимание, когда люди понимают друг друга. И вот этот символ, он нарисован и так, это слово подразумевается, и у каждого слова стоит образ. И если у человека люди, оперируя словами, образы этих слов совпадают, тогда они могут понимать друг друга, взаимопонимать. Как без взаимопонимания взаимодействовать? А что нужно, чтобы было взаимопонимание? А взаимопонимание возникает, когда у нас взаимоотношения. Когда мы где-то пересекаемся в наших сердцах, когда совпадают наши ценности. Когда мы смотрим на человека и не думаем внутри себя, что бы он ни сказал, все плохо, с закрытыми шторками. Когда мы слышим человека, и когда мы видим в нем что-то важное и ценное, что есть в нас самих, два сердца, бьющихся в унисон, взаимоотношения. А когда возникает взаимоотношение? Когда у нас есть взаимодействие. Когда мы с вами начали что-то делать, и когда мы с вами в деле друг друга увидели и почувствовали, когда мы увидели и, может быть, хлебнули чего-то на пару, нехорошего, но расхлебав это на двоих, когда мы взаимодействовали и видели друг друга в сложных, возможно, ситуациях, у нас возникает взаимоотношение. Смотрите, интересный треугольник. Взаимодействие. Для взаимодействия нужно взаимопонимание. Для взаимопонимания нужно взаимоотношение. Для взаимоотношения нужно взаимодействие. И на самом деле они так и идут. И посмотрите, что происходит в бизнесе. Мы же все время общаемся друг с другом. И если что в компании дает результат? Действие. Действия. То есть мы должны действовать. Мы не можем только сидеть и говорить о том, как все хорошо, какими бы мы замечательными не были. Действие. Но а более глубинно взаимодействие, если мы команда. Если каждый будет действовать что-то сам по себе, не будет результата. То есть взаимодействие дает в бизнесе результат. Но взаимодействие, для взаимодействия нужно взаимопонимание. Для взаимопонимания взаимоотношения. Для взаимоотношений нужно взаимодействие. Курица или яйца. Или спираль, которая раскручивается вверх или вниз. На самом деле, или не на самом деле, а я проговорил движение сейчас от взаимодействия к взаимопониманию, взаимоотношению и к взаимодействию. Но верно также и обратное. Обратное движение тоже есть. Когда у нас есть взаимоотношения, у нас есть взаимопонимание. И когда у нас есть взаимопонимание, у нас выстраивается взаимодействие. Ну что ж, это важная часть, интересная. Она называется взаимтреугольник системы бизнес-драйв. И является и само понимание, что в бизнесе, в команде, в том, что происходит на работе, есть эти три составляющие, они вот так вот взаимосвязаны, возможно, наведет на многие ответы, что делать, на что направлять усилия и каким образом двигаться в компании.